4 июля в Украине день национальной полиции. На смену милиционерам полицейские пришли в 2015-м. Уже сегодня правоохранители поздравляли в некоторых регионах. В частности, в Черновцах на Соборной площади собрались несколько тысяч человек. Новые копы приняли присягу, потом минутой молчания почтили память погибших. Дальше выступление спецназовцев, рядом выставка оружия и спецтехники. Подобную акцию организовали и в Днепре. Самым лучшим вручили наградное оружие и грамоты. Ну, работы стало больше. Больше работы. Ну, то, что функций больше стало в патрульной полиции. Занимаюсь патрулированием, помогаем громадянам. В первую очередь, что это все-таки праздник для органов внутренних дел, для полиции непосредственно. Поэтому, наверное, все-таки праздник это. А потом уже как бы этап в работе. Вот, так как 3 года, независимо ни от кого мы работаем, стремимся к лучшему.